Народный артист СССР, балетмейстер, посвятивший искусству балета почти 8 десятилетий жизни. Из них более 30 лет главный балетмейстер Большого театра. Русский балет завоевал мир во многом благодаря Юрию Григоровичу. Он стал наставником и учителем для большинства звезд отечественного балета. Открыл им путь к славе и признанию. В его работе органически сочетаются традиции и новаторство. А многие спектакли – это признанные эталонные образцы классических постановок. Созданные Юрием Григоровичем – это поистине наше национальное культурное достояние. В развитии отечественного и мирового хореографического искусства Государственная премия Российской Федерации присуждена Юрию Николаевичу Григоровичу. Наше бессловесное искусство не будет, конечно, говорить такие длинные и интересные очень речи. Первое, что бы я хотел сказать, это благодарность за то, что я получил эту премию. Второе, когда я начал руководить Большим театром уже больше нескольких десятилетий, приходит сразу же на ум две проблемы. Это текущий репертуар и проблема современности. Я подумал о том, что действительно надо оставить все, что мы накопили годами, мы русский балет, такой балет, который во всем мире известен, оставить в репертуаре обязательно те шедевры, которые у нас были сделаны. Это и Чайковский, «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Это и Глазунов со своей «Рамонтой», и это другие произведения наших замечательных композиторов, которые любили балет и много писали музыки для балета. И, конечно, так сказать, второе – это сегодняшнее, современное. Ну, мне как-то на мне повезло на современников, потому что в это время работали такие композиторы, как Сергей Сергеевич Прокофьев, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Арам Ильич Хачатурян. Это были те люди, а поскольку музыка таким теснейшим образом связана с балетом, которые мне давали вдохновение для моего творчества. И я вот стараюсь и молодым исполнителям, и молодым хореографам дать эту возможность поставить это на сцене. Но как будет ставиться балет, это вот, как сказали замечательные ученые, никогда не знаешь, что из этого получается. Абсолютно черная дыра. Потому что это все в творчестве, и непонятно, чем это кончится. Иногда это замечательное произведение, иногда не очень. Ну и произведения, так сказать, художественные, это театры, это и балеты, и оперы, они естественным образом умирают на сцене, уходят. А когда публика на какой-нибудь спектакль не ходит, ну, ее ничем уже не остановишь. Он, естественно, уже отмирает. И я все наше искусство молодости, наше искусство молодых, все стараюсь сделать для того, чтобы им было хорошо в нашем театре и в нашем государстве, насколько это возможно. Спасибо.